Арт-объект «Ракета» появился возле дворца Гагарина в преддверии большого праздника – 60-летия первого полета человека в космос. Ракета символизирует подвиг Юрия Гагарина и в целом достижение в покорении Вселенной. Эта ракета – это символ стремления ввысь. И не случайно нашим девизом всех наших ребят является и педагогов, и родителей является девиз «Мы зажигаем новые звезды». Главный гость праздника Виктор Афанасьев дал старт и самой настоящей ракете, сделанной кружком авиамоделирования дворца. Когда нам школьникам сообщили о полете Юрия Алексеевича Гагарина в космос, мы сидели на уроках, директор пришел и объявил. И мы все радовались от всей души. Такой запуск уже традиция в преддверии Дня космонавтики. Эта ракета копия ракеты ГИРД 0009, которую там Королёв сделал еще в далеком-далеком году. Она немножко видоизменена, но так, в принципе, разумеется, и двигатель другой, а так форма примерно похожа. Мы открыли космос. То, что мы первые открыли космос, именно мы, Россия, смогли это сделать первыми. Это прекрасный праздник, и Гагарин тоже хороший человек. Он был первым космонавтом, который полетел в космос. Праздник «Время первых» уже продолжился в концертном зале. На сцене лучшие коллективы дворца Гагарина и, конечно же, главная тема – космос.